вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как HODLers Network. Итак, что такое HODLers Network? Сеть HODLers станет первой социальной сетью в блокчейне, основанной на идентификаторах кошельков для проверки и выявленных хороших и плохих пользователей криптовалюты, с целью избежать мошенничества и сделок DeFi более безопасной и надежной среди криптоактивов. Ключевые особенности данной компании – это кошельки все проверены, все в одном. Проверяйте свой кошелек и кошелек других пользователей, чтобы сделать себя более безопасным. Каждый профиль будет содержать важную информацию, такую как идентификатор кошелька, имя, адрес электронной почты, социальные сети и многое другое. Проверенные пользователи получат вознаграждение за помощь в проверке новых пользователей. Пользователь будет ежедневно вознагражден за некоторые действия, такие как обмен или голосование с получением токенов HDLN в качестве награды. Будучи зарегистрированным HODLers, вы будете включены в чистое и безопасное сообщество, а людям, которые отказываются делиться своей информацией, будет сложнее продавать рекламу компании, например, продукты, такие как фрилансеры, маркетологи в социальных сетях и многое другое. Наличие профессионального и проверенного профиля на вашего бизнеса и членов команды даст нам доверие и преимущество, и мы продемонстрируем свой продукт сообществу HODLers Network. Наличие общественно-доступной системы GITS снизит стоимость проверки и позволит постоянно проверять пользователей в течение года. HODLers будут индексировать каждый профиль для поисковых систем. Например, если кто-то ищет один идентификатор кошелька, он найдет здесь свой профиль и получит нужную информацию. HDLN будет выпущена на платформе Binance Smart Chain и полностью соответствует стандарту токена BIP20. Стандарт сделает токены совместимым со сторонними сервисами, такими как листинги, кошельки и бирж. Он также обеспечит удобную интеграцию, однако после может использовать только в экосистеме платформы. Эти маркеры будут использоваться для торговли и оплаты нашей сети. Также будет и листинг на CoinGecko, на CoinMarketCap, и будут аудиты по финансированию на certic.org. Невозможно отрицать важность социальных сетей в распространении информации о криптовалютах и их признании в массах. Фактически сайты социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и особенно Reddit, сыграли важную роль в популяризации первой криптовалюты биткоин в 2010 году и позже. Поэтому HODLers Network запускает свою социальную сеть. Она предложит множество вариантов специально для сообщества криптовалют, а также для других менее часто вовлеченных пользователей, таких как и связь с лучшими криптотрейдерами, влиятельными лицами, группами или компаниями, касающимися рынка криптовалюты. Он также предоставит пользователям платформу для криптовалют, обмена своим портфелем, новостями и всем о криптовалюте. У них будет возможность создавать группы монет и присоединяться к ним, следить за своими любимыми инвесторами и их монетами. С другой стороны, социальная платформа даст компаниям возможность создавать страницы с монетами и делиться важными объявлениями, объявления и новости для правильных целей. Например, Ripple блокчейн для глобальных платежей использует социальные сети как инструмент для ведения успешного бизнеса. У него более миллиона подписчиков в Твиттере, где он постоянно делится с аудиторией различными мероприятиями, такими как образовательные вебинары и многое другое. Распределение токенов осуществляется следующим образом. 30% выделено на приватные продажи, 18% будет заблокирована ликвидность, для команды выделено 15%, на социальный фарминг 10%, на безопасности 5%, зарезервировано 15%, на маркетинг, аирдроп и многое другое выделено всего 2%, и development 5%. Это мы можем видеть все по диаграмме, наглядно и визуально. Каждый проверенный кошелек, как уже говорили, из сети должен содержать и HDLN, чтобы иметь возможность получать вознаграждение и проверять других пользователей. У токена есть особая функция, которая будет его оценивать.
создавать торгуемый цифровой токен, который можно использовать в качестве валюты, предоставление активы, виртуальные акции, доказательства. Использовать блокчейн криптографически безопасно. Реестр распределяет по всем узлам системы. На сайте опубликованы члены команды, где мы можем перейти, более подробно ознакомиться, кто чем занимался, какой опыт в других компаниях и многое другое. А также технический документ, где мы можем более подробно ознакомиться с основной концепцией данного проекта, его будущие планы, развитие и многое другое. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.